понадобится твоя помощь. Я проверила все кабинеты Чана, но не нашла папу. Ну и? Я решила поискать на свалке Чана. И теперь мне отсюда не выбраться. Что? Я запаниковала. Чейз, это же мой папа. А если Чан тебя схватит? Все под контролем. Я спряталась как следует. О! Эй, чьи это ноги торчат из-под занавески? На помощь! Наталья? Наталья! Элли, мне нужна твоя помощь, и шеф не должен об этом знать. Говори. Наталья попала в беду на свалке Чана, и мне понадобится подкрепление, чтобы вытащить ее. Наталья Ковальски? Что ты там задумал? Это длинная история. Поможешь? Конечно. Я знаю пару полицейских, которые не прочь поработать в обход шефа. Я скажу им, что ты будешь ждать их рядом со свалкой. И скажу им, чтобы они прихватили какую-нибудь одежду. Мы же не хотим, чтобы Чан тебя узнал. Спасибо, Элли. Ты даже не представляешь, насколько это для меня важно. И где же подкрепление? Они уже должны быть здесь. Привет, Чейз. Так, статский клатч на месте. Где принцесса, где дракон? Клатч, Стацки, спасибо. Наталья на свалке Чана. Шеф уже арестовал кое-кого из его банды, но головорезов у Чана хоть отбавляй. Есть одежка для маскировки. Спрашиваешь. Ха-ха, это просто шик, Стацки. Правда? Это шмотки нашего друга Хаги. У него совсем нет чувства стиля. Айда спасать девчонку. Пошли! Мне нужно все это с себя снять. Думаю, про осторожное незаметно можно забыть. Стацкий, ты готов? Я всегда готов. Готов к чему? Мы должны как можно быстрее выручить Наталью из беды. Чан сделает все, чтобы выбить из нее информацию. Будет кормить ее мороженым? Что? Стацкий, он не будет пытаться подкупить ее. Нет, просто у меня с мороженым всегда дико болит башка. Я все расскажу, если мне ему... Особенно мятно-шоколадным. Мерзость. Точно! Или они заставят ее выпить газировки, тогда вздутие живота ей обеспечено, потому что настоящие леди не рыгают. Моя мамуля только этим и занимается. Твоя мамуля не леди. Ну да. О, я знаю, что они еще могут с ней сделать. Они... Так, это делу не поможет.
Еще пара канистр с бензином, и можно будет запустить генератор. Бензин в стиральной машине? Хм, не мудрено, что она теперь на свалке. Надо как-то открыть эти ворота. Кому труба, а мне игра. По-моему, гладить его лучше не стоит. Дурацкий холодильник! Да сколько ж тебе места-то надо? Пёсик, ко мне!
У меня достаточно блоков для этой чудо-постройки. Стоит попробовать построить. Это да? Да это ж культовая мегатачка. А у этого компакт-дизайна есть будущее. А с ее помощью я могу взобраться наверх. Вау! А ведь чуть-чуть бы. Запомните, дети, а также их родители. Свалки — это не игрушки. Тут опасно. Ясно? Надеюсь, Масар, тебе понравится! Могли побольше нарисовать. Ну, а Наталья щекотки боится? Что? Наталья боится щекотки? Как-то меня так защекотали, что пришлось сказать пин-код от кредитки. Ты говорил, что тебе угрожали. Угрожали? Щекотки. Ты что, реально боишься щекотки? Даже не думай об этом, Клатч. К тому же ты и так знаешь мой пин-код. Это по-прежнему твой день рождения? Нет, естественно. Теперь нюхай, сестры-близнеца. Thank you.
А что, если мне попрыгать немного по этим машинам? Неплохо. А то я обычное машинное масло не могу поменять. Телепорт, построенный из утиль сырья? Только бы не превратиться в муху. Терпеть их не могу. О, нет, опять они. Да сколько ж можно? Ну, хотя бы голова на месте. Чейз, стащи меня отсюда! Конечно, повиси еще минутку. Прости, немного неудачно выразился. Мне еще долго тут висеть? Спасать или как?
Спасу через минуту. Наконец-то! Прости, я хотела сказать спасибо. Тут где-то должна быть кнопка аккуратного спуска. Да, это была не она. Он пытал меня мороженым. Говорил же. Стацки, слушай, надо линять, пока шеф не объявился. До скорого, Чейз. Спасибо, парни. Наталья, держись от этого всего подальше. Я найду твоего отца, обещаю. Не хочу, чтобы ты пострадала. Ладно. Ладно. Береги себя. Обещаю. Эй! Вот сейчас и начну. Маккейн, благодаря твоим нелепым действиям на свалке Чана, он исчез, что не очень-то способствует тому, чтобы его арестовали. Но я должен был спасти... И слышать ничего не хочу. Пока не разгребем этот завал, будешь работать у шерифа Гекльберри в лесу. Ему нужно помочь с расследованием? Вряд ли. В его районе самый низкий уровень преступности во всем Лего-Сити. Именно поэтому я тебя туда и посылаю, чтобы ты не наломал дров. А как же дело бешеного Рекса? Им займется мой самый заслуженный полицейский. Мой протеже. Он мне почти как сын, хотя мы с ним совсем не по... Маккейн, благодаря твоим нелепым действиям на свалке Чана, он исчез, что не очень-то способствует тому, чтобы его арестовали. Но я должен был спасти... И слышать ничего не хочу. Пока не разгребем этот завал, будешь работать у шерифа Гекльберри в лесу. Ему нужно помочь с расследованием? Вряд ли. В его районе самый низкий уровень преступности во всем Лего-Сити. Именно поэтому я тебя туда и посылаю, чтобы ты не наломал дров. А как же дело бешеного Рекса? Им займется мой самый заслуженный полицейский. Мой протеже. Он мне почти как сын, хотя мы с ним совсем не похожи. Если кто и добьется успеха, так это он! И мы все уладим!
Я в отпуске. Чейз, привет! Привет, Фрэнк. А ты что натворил, что тебя сюда послали? Мидорка, ты точно сантехник со стажем? Еще какой! Мидок! Да так! Отлично, Дерек. А? Я загнал тебя в угол. Геккельберри в беде. Мы остались один Фрэнк, на один. Я зайду я через дверь, а ты давай через черный ход. За нас. Пришел час. Расплаты? О, пардон. Здорово, Чейз. Мы как раз закончили репетицию нашей пьесы. Окей. Нужно чем-то занимать себя. А то мы здесь от скуки на стенки уже лезем. Я... Ага, входная дверь была заперта. Успокойся, Дерек. Без паники, парни. Ваш шеф предупредил, что вы придете, и я подготовил список заданий. Фрэнк, ты будешь следить за тем, чтобы у нас всегда был кофе. Приступаю к исполнению, шериф Геккельберри. А ты, Чейз? Я тут кофеварку сломал. Дерек, что за манеры? Ну тогда, оба отправляйтесь на поиски пропавших хрюшек фермера Хейса. Его ферма к югу отсюда. Я бы мог и сам, но сегодня премьера, а мне еще учить и учить. Принято. Ну же, Чейз, пойдем посмотрим на зверюшек. Тут тебе не живой уголок, Фрэнк. Так. Чем раньше мы найдем этих животных, тем скорее я смогу снова отправиться на поиски Рекса. Смотри-ка, лошадки! Может, мы на них? Может. Ты умеешь ездить на них? А какая у них коробка передач? Ручная или автоматическая? Наверное, тебе лучше пройтись. До скорого! Чейз! Моя лошадь скачет только назад! И у нее нет головы! И ее зад выглядит как-то очень странно. Фрэнк, ты сел на нее задом наперед. А-а-а! Тогда понятно, почему ей не понравилось, когда я угостил ее яблоком. Спасибо, Чейз! Увидимся на ферме!
интересно, он правильно меня понял? Похоже, нужно не торопиться. Ну, это не надоело все. Возьму-ка я. Как делишки? А он ничего. Чейз, приезжай на ферму! Тут есть бараны и такие крохотные летающие коровы с клювами! Это курицы, Медок! Ух ты! Курицы! Надо этим заняться.